То есть как в одном темпе начали, так и продолжили. Мы первый тайм, период, точнее, примерно в таком же темпе играли, поэтому 0-1 и, собственно говоря, и проигрывали. Потом, естественно, чуть пришлось добавить. Ну, соответственно, больше удар поворот наносить, потому что в первом периоде это их было существенно мало. Второй, третий мы добавили в этом компоненте. И, соответственно, появились и ошибки у соперника, и голы у нас. Как ваша молодежь? Ничего, растет потихоньку. Нормально потихоньку. Сформировалась более-менее четверка, над которой сейчас еще работать, конечно. Ну, уже это плоды двухлетней работы, в принципе, уже есть. Скажем так, достаточно много игроков основа отсутствовало. Тяжело в связи с этим было? Ну, сыграно с молодежью, мало с ними играем, как бы. А мы, получается, те, кто мало в той или иной степени играли либо на этапах, либо за сборную, сейчас вместе с ними немного тренировочного процесса, в принципе, за последнее время. Поэтому, ну, где-то недопонимание все равно присутствует. А вам достаточно тяжело в таком графике или все-таки привычка уже нормально выработалась? Потому что только в среду закончился этап в Казани, а уже в субботу здесь, в Москве, играете следующий тур. Нет, ничего, совершенно нормально. Бывало и хуже. Приезжаешь, а уже вечером на сбор сборной, через два дня уже вылетаешь в Сербию. Поэтому такой график у нас уже давно, лет 8, наверное, если я не ошибаюсь. Но мы к нему шли, мы его добились. В общем, ничего страшного. И лучше, приятнее играть, нежели чем постоянно тренироваться. Естественно, не хватило лидеров наших. Сергей Степлянин, Максим Роговск, Антон Липеремитин. Только из-за этого, считаю, что... Лидеров не хватило, поэтому и проиграли. А скажем так, вот этот отдых лидерам был запланирован после Казани или как-то стал неожиданностью для вас? Да нет, видимо, был запланирован тренерским штабом и руководством. Наверное, да, все было запланировано.
А по собственному самочувствию, как после Казани, тяжело или все-таки отдыха немного не хватает? Ну, лично мне, я не так много играл. Для меня лично физическое состояние хорошее. Да нет, все нормально. Здесь даже песка поменьше, чем в Казани. Поэтому попроще, я бы сказал, здесь играть, чем в Казани.